подготовки и для участия в соревнованиях. Мы вчера посмотрели некоторые объекты, не только для нас с вами, но, по-моему, для всех наблюдателей. Сегодня очевидно, что работа проведена огромная. И проведена так, как мы сегодня это видим, качественно. Насколько это так, будет видно в ходе эксплуатации олимпийских объектов. До Олимпийских игр осталось чуть более 2 месяцев. Чуть более 2 месяцев. Еще, как я уже сказал, и вы сейчас это подтвердили, впереди, между тем, у нас новогодние праздники. Новогодние, затем Рождество. Хочу вам сказать, я думаю, что и так это ясно. Для вас Новый год наступит в последний день завершения Паралимпийских игр, 17 марта. У вас Новый год будет 18 марта. И у вас, и у всех, кто работает на олимпийских объектах. По этому вопросу еще нужно поговорить повнимательнее и поподробнее.